Nokia 6500 Classic. Замена системной платы. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике Nokia 6500 Classic. Отщелкиваем разъем подложки клавиатуры и коаксиальный кабель. Затем снимаем системную плату. На системной плате находится радиоблок, процессорный блок, разъем верхнего шлейфа, разъем дисплея, разъем подложки клавиатуры. С обратной стороны находятся контакты АКБ, SIM-держатель, память телефона, часовая батарейка. Новую системную плату вставляем в среднюю часть корпуса, при этом не забывая отогнуть контакты вибромотора. Защелкиваем разъем подложки клавиатуры и коаксиальный кабель. Все, системная плата заменена.